Сейчас все найду. Цвет платья просто шикарный. Посмотрите, как мне розовый идет. Вот что значит блонд. Носок натяни. Вот так вот проходит съемка. О, мы друг друга снимаем. Вот это поворот. Так, а это художник, творит современное искусство. Посмотрите, какая великолепная белая стена. А это я, очень уставшая, но не сломлена. Ой, я думаю, ой, ничего не вижу, что пишет. Мы сегодня фотографировались с Машей для нашей афиши, которая посвящена мероприятию, которое мы будем проводить. Мы будем проводить в Москве, потом в Питере, и вас будем оповещать. Да, мы снимаем в Москве, в студии. С фотографом. Это Маша Кахно. Посмотрите, она позирует уже который час. Мы приехали сюда к 4:00. До этого мы были в бутике, выбирали платье. А теперь с 4:00 вот до 10:00 снимаем. И совершенно никто не устал. Потому что мы делаем доброе дело. Мы снимали афишу. Посмотрите. Мы снимали афишу для мероприятия, которое мы будем проводить. Это будет благотворительный вечер, на котором я буду писать картину блестками, Маша будет исполнять на скрипке. Как это назвать, Маш? Сольный концерт она это называет? Будут развешены мои картины, да. И всех приглашаем. Билет стоит всего лишь 1200 рублей в Москве. Приходите к нам с Леночкой, пожалуйста. Посмотрите, сколько стараний мы вкладываем. Мы стараемся для вас. Маша, посмотри, я посчитала, мы с 4:00 здесь. 10 часов. Приходите к нам на концерт, на Леночкину выставку. Вот. Мы вас будем всех очень-очень ждать. Смотрите, какая Леночка красивая. Она... Ой, со мной сегодня целый день. Мы уже что только не обошли. И собак, и платье взяли, чтобы вам только было хорошо, уютно и красиво. Вот. Леночка, тебя ждут. Иди, моя сладкая. Все, да? Да. Иди. Может, поснимаешь? Давай, я тебя поснимаю, эфирчик. А я пока буду вести эфирчик. Вот наша Леночка. Леночка у нас очень худая. Вот я. С вами Мария Кахно, чтобы вы понимали, кто. А вот моя Леночка. Ой, как да, как красиво! Лена! Боже мой! Ой, как красиво! Ребят, смотрите, внимание. Приходите к нам, как бы все придумать, но такие красивые. Будь большая. Нельзя заранее, да? Ну, блин, ладно. Так, все нормально. Лена красотка, да. У Леночки шикарно все. С мужем. У них роскошная семья. Вон, в Доминикане отдохнули. Шикарно. Мне не нужно это слово, мне нужно, чтобы акцент был. У Леночки татуировочка собачки. Как она может быть ужасная? Там песик. Мои хорошие. Вот Женечка фотограф.
feel.